Доброй всем субботы! Самое время собираться и выходить из дома, тем более, что всех ждет яркая программа. Подробнее в нашем обзоре прямо сейчас. Поехали! На набережной всех ждут на фестивале уличного кино. Смотрим фильмы под открытым небом. В 18:30 начнется лекторий с приглашенным спикером, а через час показ конкурсных короткометражек. Живописные полотна русских художников 18-20 веков из коллекции Нижегородского художественного музея привезли в Самару. Выставка «Азбука шедевров» проработает в Самарском художественном музее до середины октября. 36 произведений демонстрируют различные этапы и направления в истории русского искусства. Вечером откроется фестиваль «Шостакович. Самарское время». На спуске площади Славы с 5 вечера будут выступать музыканты, вокалисты, артисты и поэты. Среди гостей Сергей Безруков, Владислав Лаврик, академический симфонический оркестр Самарской филармонии под руководством народного артиста Михаила Щербакова и не только. На этом все. Отличного вам настроения. До встречи. We'll be right back.